Вот раньше не было этой такой красивой, мягкой такой зоны. Да, я вот диван таких не видела раньше. Сухой бассейн. Тоже а где-то очень хорошо. Шариков-то мало. Или нет, или сколько должно быть? Мне кажется, это должно быть. Да? Ну так вот, чтобы детей не потерять в этом бассейне. Чтобы их можно было выходить. Они маленькие, конечно. Новая мебель, мягкий ковер и игрушки. Группы здесь не только просторные, но и современные. В детском саду найдется место не только детям от 3 и до 7, но и тем, кто помладше. 4 ясельные группы рассчитаны на 80 человек, еще 160 мест для детей постарше. Для семьи Ханеевых открытие детского сада стало настоящим подарком к праздникам. В новом году сюда пойдет старший сын Демьян. Я надеюсь, что мы адаптируемся быстро, и для нас это важно. И у меня сейчас маленький малыш, ему месяц, и планирую тоже его сюда отдать в будущем. Детям дает возможность развиваться еще больше, еще лучше, становиться умнее, интереснее гораздо, конечно, в новом саду. И игрушек много, все новое, вся мебель, все постельные принадлежности, все-все-все. Конечно, это круто. Уникальное автоматическое оборудование и в пищеблоке. Здесь можно одновременно готовить как гарниры и горячие блюда, так и выпечку. При этом продукты не впитывают в себя запахи. Электронная программа позволяет даже рассчитать время приготовления. Оснащена по последнему слову техники и так называемая сенсорная комната с интерактивными досками и столами. Здесь будут проходить развивающие занятия. Такой подарок детскому саду сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также есть кабинеты логопеда и психолога. Отремонтировали и оснастили 181-й детский сад стахановскими темпами. Всего за 4 месяца по национальному проекту «Демография», инициатор которого – президент Владимир Путин. В канун Нового года дети, родители и педагоги подготовили праздничную программу. После исполнения песен и танцев они впервые в отремонтированном саду зажгли огни новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом получили сладкие подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поздравила малышей и их родителей с открытием детского сада и с наступающим Новым годом глава города Елена Лапушкина. Дорогие мои маленькие самарцы, дорогие родители, пожелать нам всем мирного неба, чтобы наши дети росли в мирной и сильной стране. В чистом, уютном, комфортном городе. Чтобы они были счастливы и здоровы. Чтобы они были вашей надеждой и опорой. Ну а вам, конечно, не останавливаться на достигнутом. Детские сады мы будем открывать. С наступающим вас! Многие годы в этом здании размещали социальные и образовательные учреждения. В 2019 году помещение было передано дошкольному учреждению. Теперь здесь трудится более 100 профессионалов своего дела. В своей работе они используют новейшие технологии. Современное пианино, современная акустическая система нам подарила как раз глава города Елена Владимировна. Мы об этом мечтали, честно говоря. Наш музыкальный руководитель для интересного проведения интересных занятий на улице. С удовольствием тоже участвуют родители и дети. А ребенок всегда очень чувствует, когда вместе с ним родители. Им очень приятно, и у него такой азарт появляется. Как бы интересно проходит занятие, все довольны. В новом году продолжится комплектация групп. В детский сад пойдут 240 малышей. Елена Малютина, Константин Головин. События.